Утверждена дата выборов депутатов нового созыва. Они пройдут 11 сентября. Депутаты будут избраны на 5-летний срок. Также изменения добавят в схему одномандатных избирательных округов. Включат дополнительные улицы и СНТ, чтобы куряне, которые там проживают, смогли принять участие в процедуре. Еще один вопрос заседания – ставку налога на имущество физических лиц за объекты налогообложения понизят с 2 до 1%. Подавать заявление при этом не нужно. Тогда нашим горожанам не надо делать пакет документов, заявление писать, ходить и заявлять свое право на эту льготу. Таким образом, вот уже в этом году мы даем возможность малому и среднему бизнесу, ну, более упрощенно, что ли, получить такое понижение. Вместе с тем депутаты обсудили передачу в федеральную собственность памятного знака, установленного в честь героических подвигов комсомольцев-курян в годы Великой Отечественной войны на пересечении улиц Перекальского и Ямской, а также передачу в госсобственность участка на Тускарной. В дальнейшем это позволит комплексно развивать данные объекты. Кроме того, на заседании определили заместителя главы администрации Курска. На должность назначена Наталья Пархоменко. Ранее она возглавляла областной комитет образования и науки, а после стала заместителем мэра в статусе исполняющей обязанности. Виктория Шуваева, Геннадий Воробьев. События дня.